Более 400 мастерских для обучения эксплуатации беспилотников откроются на Дальнем Востоке. В них студенты смогут научиться программировать летательные аппараты и управлять ими. В Хабаровске такая мастерская уже открыта на базе техникума техносферной безопасности и промышленных технологий. Репортаж Анастасии Привецкой. В прошлом году в техникумах и колледжах региона на средства президентской дальневосточной субсидии оснастили 15 современных мастерских. Одна из них открылась в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. В мастерской студенты учатся управлять беспилотными авиационными системами. Отрабатывают навык студенты на трансформируемой площадке, зоне полетов. Также для обучения в мастерскую были закуплены тренажеры-симуляторы. Это аппараты мультироторного и самолетного типов, лабораторные стенды, а также виртуальный учебный комплекс. На нем студенты могут диагностировать поломки и управлять беспилотником в разных режимах и сценариях. Разные условия могут создаваться. Это может быть город, это может быть лес. То есть любые условия, это может быть день, ночь, разные погодные условия. С новой мастерской техникума в ходе рабочей поездки в Хабаровский край познакомился министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, такие профессии, как операторы беспилотных летательных аппаратов, программное обеспечение и 3D-моделирование сейчас в стране очень востребованы. Они осваиваются в этом техникуме. На Дальнем Востоке создаются тысячи новых предприятий. Общий объем инвестиций уже превысил 8 триллионов рублей. По соглашениям инвесторов преференциальные режимы. И для всех этих предприятий нужны современные, грамотные, профессиональные кадры. По линии министерства мы реализуем масштабную программу для того, чтобы таких лабораторий появилось более 400. Также в Хабаровском крае в этом году будет реализован новый нацпроект «Беспилотные авиационные системы». На базе Вяземского лесхозтехникума откроется центр практической подготовки, а в 18 школах края заработают специализированные классы. Анастасия Привецкая, телеканал «Губерния».